Ага. Итак, второе. Чрезвычайно почетное, можно сказать, серебряное с позолотой место на конкурсе красоты нашей области занимает Сабуня! Остается назвать победителя. Итак, королевой красоты и грации единодушным решением жюри избирается Лёша! Что? Я? Ах, какая грациозная! Дорогие друзья, победительница получает приз! Банку с вишневым вареньем и колесо от велосипеда, символизирующее идеальную фигуру, фигуру круга. А также мы отправляем нашу королеву на участие в главном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Считай, что победа уже у тебя в копытах. У меня даже воображения не хватает, чтобы представить, как можно быть красивее. Рада бы возразить, да нечем. Пошли на променад. Ну как? Красотка! Красотка! О, соля мио! Просто белла вита какая-то! Фантастич! Гармония, поверенная алгеброй. Красота плюс грация, помноженная на обаяние. И все это в квадрате, в кубе, в бесконечности. Настоящая мисс Вселенная. Сейчас я покажу вам ваше будущее владение. Нюша! Письмо! Письмо! Пришел ответ с конкурса! Так, я что-то не поняла. Это отказ? Я что, им не подхожу? Как так? Я что, не красавица? Видишь ли, это интриги. Они не могут без этого. Вот так. Я же не подхожу ни по одному параметру. У меня же все наоборот. Конечно, не красавица. Клоуном без грима работать можно. Какой-то пельмень с глазками. Нюша. Оставьте меня в покое. Зачем вы мне лгали? Вы же все прекрасно знали. Нюша. Нельзя так обманывать. Если бы вы мне сразу сказали, что я дурнушка, я не была бы такой круглой дурой. А то королева красоты, королева красоты. Хотели посмеяться надо мной? У вас это получилось. Ведь одна награда смех. Нюша, ну куда ты убежала? Поверь, что для нас никого красивее тебя нет. Значит, у вас плохой вкус. Почему у нас? Может, у них плохой вкус? Если не суждено стать мисс Вселенной, какой смысл вообще прихорашиваться? А как же мы? Ведь у нас тоже своя вселенная. Как же мы без королевы красоты? По причине полного расхождения во вкусах и оценке прекрасного, наше сообщество отделяется от остальной вселенной
и провозглашает свою независимую вселенную со своими параметрами вкуса и изящества. Так как этим параметрам идеально соответствует всем известная Нюша, она безоговорочно провозглашается королевой красоты и мисс нашей вселенной! И что же, я теперь должна следить за своей красотой, умываться там и всячески прихорашиваться, что ли? Да! Еще чего? Зачем мне это надо? Ой, сама не знаю.